Летний трудовой семестр открыли в Хабаровском крае. Торжественная церемония состоялась в парке Муравьева-Амурского в Хабаровске. Участники студотрядов отправятся на разные предприятия края, смогут заработать и одновременно получить полезный опыт. Подробности у Арины Солдатенковой. Этим летом на каникулах трудоустроят более 2000 студентов Хабаровского края. На торжественном открытии смены Виктория Рубашова приехала из Комсомольска на Амуре. Она студентка третьего курса. Второй год подряд собирается работать проводником на маршруте Хабаровск-Чекдамын. Мне очень понравилось работать. Мне, допустим, даже родители говорили, что это сложно, не женская работа, но я бы не сказала. То есть убираться, но я отчасти люблю. Вот. Плюс хорошо платят. То есть могу сказать точно, что зарплата не обижают. Работящих студентов можно отличить по фирменной бойцовке. Это парадная куртка. Ее выдают тому, кто вступил в трудовой отряд. У каждого учебного заведения свой цвет. Белые бойцовки у медиков, зеленые у студентов тогу. После окончания трудового семестра каждый получает отличительные значки и нашивки. Это лычка, значок того, что я уже отработала. Вот даже год написан, в каком году я работала. По ней можно понять, кто человек в движении. То есть каждый знак, то есть левая лацкан — это количество трудовых семестров, в которых ездим. Правая сторона — это мероприятие. Ну, еще есть возможность, да, когда получает человек награды. У нас, вот, например, наш знак — это за вклад в развитие движения студенческих отрядов федеральный. Путевку на летний трудовой семестр учебным заведениям региона выдал губернатор Михаил Дегтярев. Он также рассказал о грядущих изменениях в этом движении. Так, у студенческих отрядов появится свой штаб в отдельном здании. И почти во всех вузах края откроются местные отделения этого штаба. И это еще не все. Как губернатор учреждаю переходящее знамя лучшему отряду по итогам года. Вот. Второе. Мы учреждаем отличительные знаки всем лучшим бойцам, кто за семестр себя покажет. Губернатор также отметил, что у крупных строительных, социальных, горнорудных, железнодорожных организациях в студотрядах будет больше мест. Этот трудовой семестр стал 64-м в регионе. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».